Утро – это очень круто, потому что скоро Новый год! С добрым утром, малыши! Давайте встречать его вместе! Давайте! Надеюсь, он наступит побыстрее! Обожаю вот так! Спишь, а Дед Мороз тебе подарочки приносит! Кстати, а вы знали, что в России не один Дед Мороз? Тогда не отходите от экранов! Прямо сейчас познакомимся! Встречайте, татарский Дед Мороз Кыш-Бабай! Он ходит в синем длинном кафтане, а вместо шапки носит тюбетейку. Дом Кыш-Бабая не терем, а резиденция. Вместе с ним там живут персонажи из сказок и внучка. Нет, не внучка. Вместо Снегурочки ему помогает дочка Кар-Кызы. Она отлично готовит традиционную татарскую сладость чак-чак и угощает дедушку. Для тех, кто только что проснулся, мы продолжаем ждать Новый год на канале «Карусель». И сегодня вместе с нами волшебники двора. Привет, ребята! Рассказывайте, за что вы любите Новый год? Я люблю Новый год за то, что можно играть с друзьями в снежки, кататься на саночках. Но самая главная часть Нового года – это что он... Дед Мороз приходит в полночь и дарит нам всем подарки! А я люблю Новый год за снег, за новогоднее настроение, за бенгальские огни и салюты! А я обожаю, потому что можно гулять и лепить снежную бабу! Точно! И я люблю лепить снежную бабу! Вот бы прямо сейчас тоже это сделать! Тогда, внимание, волшебный хрюк! Ого! Ребята, запоминайте правила конкурса. Он может вам пригодиться. Вот правило. По команде на старт, внимание, марш, волшебники должны дорисовать лица снежным бабам. Кто быстрее справится, тот и победил. Ну что, готовы? Да. Настроение супер? Да. Ну тогда. На старт, внимание, марш. Интересно, какие получатся лица у наших снежных воздушных баб? Я нарисую маленькие, но точные глаза. А я нарисую глаза пуговки. Глаза пуговки, хорошо. А пуговки бывают разные, бывают большие, бывают маленькие. А нос посмотрим. У меня будет шишечкой. Ага. А у меня красивый нос. Да вы давайте меньше разговаривайте, больше рисуйте, потому что время-то идет. Я все. О, все, так. Молодец. А ты? Я вот только рот нарисовать не успел. Ну, давай, мы тебе дадим еще 2 секунды. Да. Давай. Раз, два. Стоп, игра. Так, хорошо, молодцы. Ну, а теперь показывайте, какие у вас получились снежные воздушные бабы. Здесь точно пуговки. Молодец. Да, а мне нравится, что они обе улыбаются. Ребята, запоминайте веселые конкурсы и играйте в новогоднюю ночь. А еще смотрите канал «Карусель» вместе с нами. С добрым утром! С наступающим!